Мечтаешь об iPhone 10, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку. Что мешает тебе создать свою? Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. Наверное, мог бы, да. Надя. Когда приедешь-то? Когда мы сыграем с тобой уже в футбик или в баскетбол? Но футбол с тобой, конечно, не вариант играть. Не вариант. Все супер, пацаны. Спасибо, спасибо. Костян, да, у меня еще. Костян поехал кататься на скейте в парк. Привет, привет, всем привет. А ты дома лежишь, почему не катаешь? Потому что у меня есть другие обязанности и дела. Баскет. Как сам баскет? Как отношусь к BMX-ерам и к самокатерам? Ну, наверное, как-то позитивно. Почему я к ним хуёво должен относиться? Тоже спорт. Такой своя... Ну, как BMX жесткий вид спорта, а вот самокат такой, чуть-чуть полайтовее. Но все равно тоже там я видел, пацаны нормальные дабл-бэк-флипы всякие делают. Там-пам-парам-пам-пам.
Что есть в Барсе, чего нет? Не понял вопрос. Странный вопрос. Ну, значит, у кого-то интернет хуёвый. Кто там, у кого что вышло, кто где, блядь, дал интервью, еще какую-то хуйню сказал. Мне не интересно это абсолютно. Вам давно пора понять это. Если вы хотите со мной общаться и вести какой-то диалог, вам пора другие темы затрагивать, помимо того, как ты относишься к одному человеку, или к другому, или к третьему, или к пятому, десятому. Я слежу за кем? Я слежу за Young Nudy. Я слежу за Макса Кримом. Я слежу за Мигасами. Я слежу за Сэвэджем. Я слежу за... много за кем я слежу на самом деле. Но только не за... тех людей, про кого вы пишете. Слежу за теми людьми, которые что-то уже поняли в этой жизни, наверное, как-то так, блядь. Я не курю, если что. Кто там пишет, а, уже накурился или что-то еще. Я не курю вообще ничего. Ни сигареты я не курю. Я ничего не курю, пацаны. Уже третий день. Потому что я бросил. Но в этот раз надолго. Да, слышал новый трек UA. У него там, ну просто это так было записано, не очень качественно сделано. Но я обещаю. Да, Артемыч. Да не, я уже просто столько скурил за всю жизнь, ребята, что хватит уже. Уже хватит. А реально не курю, представляешь? Представляешь, бывает такое. У Метро Бумина пушка вышла, тейп. Со здоровьем нормально все.
Луна, что-то знакомое. Это девочка, по-моему, с Украины, которая поет, если я не ошибаюсь. Вроде она хорошо делает. Я просто не особо... Не особо следил за ней. Поймал. Ладно, ребятки, желаю вам хороших выходных. Хороших выходных желаю вам.